Вот и фиксирует рыч. Вот, пожалуйста. Это что? Не понял. А что там, ну, не по-нашему написано? В чем прэк? Почему не по-нашему написано? В чем концепция? Непонятно. Этот Валера купил себе москвич. Такая машина, что позавидует любой. Он гоняет по дорогам с радостью в глазах. Москвич — его гордость, любовь и страсть. Мега-стиль, китайский дизайн, мощью и элегантностью. Москвич — его гордость, любовь и страсть. Мега-стиль, китайский дизайн, мощью и элегантностью. Согласись, да, сука? Так, очередной бред. Просмотр очередного бреда. Борис Владимирович, бан. Андрей Мосинцов, бан. Бан. Максим Акулов, бан. Хотя нет, тут ничего такого, нормально. Савелий Шухненко, бан. Тоже бан. Коля Жмаск, бан. Сергей Фелькин, бан. Павел Пашков, бан. Катя Сереева, не бан. Ух, это масло, нет, это Витек. Это Витёк как раз после дефрагментации. Да, да, это как раз Витёком настраивает, сидит фото. Эй, салага, чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Ярлюсингс, аутизм. Бан тоже. Киндер чмо, бан. Че, дебил, блядь? Надо в Бразилию. Тебе надо, Андрюша, ебать. В Бразилию, дебилу. Чего, блядь?
ты чё, ебанутся? Чё это за хуй там? Конченый, сука, идиот. Просто иди лечись, ебан говну. Денис Сухачев снова начал стримить, но зрители не рады видеть его в прямом эфире. Он стал совсем другим, ушел в себя, не может победить даже в зомбу. Одно и то же, только названия разные, согласись. Денис Сухачев потерял любовь. Алинка ушла к рокеру, теперь они вдвоем. А он остался один, сидит и плачет, играет только в доту. Сухачев потерял друга. Батуа ушел от него, а он остался один. Сидит и плачет. Хуй-то бан. Антон Сухачев бан тоже. Ебанулся, блядь. Я тут при чем? И чё ж эта скуф ебана сидит? Москвич, блядь. Ай, долбан, сука. Ой, конченая, сука. Валерия Валакас, блядь. Плюнь мне в жопу, поцелуй меня в очко. Упусти мой клидер и наслинь мне на грудь. Нас пускай на лицо молочко и воткни банус мне что-нибудь. Пошел нахуй. Еще 10 раз пришли, ты я ж не видел, да. Конечно, жизненная хуйня, блядь. Твич банится, разбанивается. А любовь, видишь, к москвичу так и остается навсегда. Вот и думай, роднулечка. Правильно, правильно. Мона Жижа. Привет, уважаемый дедушка Валакас. Я увлекаюсь космосом, запутанная фантастика.
и книгами про межзвездные приключения. Как видите, я решил нарисовать вас в стиле научно-фантастических книг 90-х. Отреагируй, пожалуйста, надеюсь, что понравится. Не, ну согласись. Ну и чё так? Прикольно, согласись. А? Не, ну порядочно. Прикольно, да. Тихо. Так, вот, смотрю. Ну вот, ну, что сказать, все красиво, все продумано, все уже поставил себе. Вот, ну, короче, вот давление в шинах покажет, да, кнопки мультимедиа, я не знаю. Конечно, у меня пробега, как видите, нету сейчас еще, да, это 83 километра пробег, вот, проехал аппарат, вот, ну, скоро, через недельку, вторую поделюсь вообще впечатлением, ну, сейчас я в восторге, это просто must have. Toyota, сука, сколько стоит, падаль, а вот и, сука, а сколько москвич, раз, все работает, супер. Давление в шинах показывает 100%. То есть видно, сколько давления в аппарате на колесах. Видео. Данил Карагандин, бану ебан. Ну, клоуны, понятно, блядь. Хотят аппарат, но не могут, но издеваются.